праздничная тренировка по дзюдо, мастер-класс от чемпионов мира братьев Куржевых и секреты мастерства боевого искусства. В Одинцовской школе номер 3 состоялось торжественное открытие зала дзюдо. Сегодня мы здесь собрались для торжественного открытия зала дзюдо в Одинцовской 43 на улице Ракетчиков, дом 2. Ну и, конечно же, сегодня еще параллельно проходит праздник дзюдо, Всемирный день дзюдо. Мы подготовили ценные призы для наших воспитанников и, конечно же, пригласили еще именитых спортсменов. Во Всемирный день дзюдо к ребятам приехала легенда мирового спорта, олимпийский призер Токио Тамерлан Башаев. У воспитанников секции была возможность лично пообщаться с чемпионом и узнать тонкости этого вида единоборств. Очень приятно видеть то, что мой любимый спорт, дзюдо, он развивается, становится все более популярным. То, что все новые и новые дети приходят в этот прекрасный спорт, почерпнуть для себя много полезного, физически развиваться и также и развиваться в духовном плане. Потому что дзюдо – это не только спорт, но и целая философия, которая помогает растить новые поколения. Поэтому мне очень приятно видеть такой праздник, тем более в день дзюдо. В третьей Одинцовской школе дзюдо обучаются более 140 детей и подростков. Юные спортсмены распределены по возрастным группам и уровню подготовки. Сейчас в центре открыто 5 групп, в которых занимаются ребята от 3 до 17 лет. Вообще не сомневаюсь, что у детей будут победы, будут у них награды. А самое главное, что они вырастут достойными, сильными и духом, и физическими людьми. Мы вот к этому идем, мы стараемся. Посмотрим через 10 лет. Регулярно в течение года в школе дзюдо проводят мастер-классы, соревнования и различные учебные тренировочные лагеря. И, конечно же, тренировки по расписанию, на которые ребята всегда приходят с удовольствием. Когда бы мне было 4 года, я мечтал ходить на какую-нибудь борцовую секцию. И я нашел такую вот, секцию дзюдо. Я решил там заниматься. И занимаюсь я как второй год. Спортивному центру подготовки «Олимп» уже более 7 лет. Его наставники являются мастерами спорта, призерами и чемпионами международных турниров. А воспитанники на соревнованиях всегда занимают призовые места. И впереди у центра большие планы по развитию дзюдо в округе. Екатерина Крамер, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».